Всем привет и добро пожаловать обратно на вахту. Наступил 70 какой-то там день, если мне не изменяет память, то 76-й. В общем, уже 2 месяца я тяну здесь лямку, работаю не покладая рук, и я так подозреваю, что все эти 2 месяца начальница не оставляет меня в покое, постоянно подкидывает какие-то задачи, ну и, конечно же, следит за мной, потому что вот стоило пойти мне на рыбалку, и тут же началось, куда пошел, зачем, как смеешь ты ловить здесь рыбу. В общем, я не знаю, возможно, начальница просто бухающая такая маньячка. Но это ее личные паркетно-половые трудности. А у меня тем временем есть целых 2 задачи. Надо, во-первых, справиться с картой, куда мы вообще идем. Что я могу даже карту не могу открыть? Ладно, значит, будем идти как попало. В общем, есть 2 основные задачи. Первая – сходить на рыбалку, и вторая – найти медведя. И я думаю, что именно в таком порядке я и буду эти задачи выполнять. Ну, хотя бы потому, что идти вот прям в таком виде за медведем – это тупо. У меня с собой только удочка, и я думаю, что именно эту удочку мне медведь в жопу и засунет. И не исключено, что 3 раза еще и провернет. Конечно, вы можете подумать, что есть и другие варианты. Ну, например, сбежать, залезть на дерево. Но я могу сказать, что варианты эти довольно тухлые. По одной простой причине. Есть довольно распространенное заблуждение, что медведи плохо бегают, плохо лазят по деревьям. Но это абсолютно не так. О, местечко для ебли. В общем, это абсолютно не так, потому что медведи мало того, что хорошо лазят по деревьям, так они еще и отлично бегают. Да, американские медведи вроде как... Топить ее не надо. Надо как-то ловить. Блин, как же это сделать? Ну и как ее ловить? Тьфу ты, мать твою, Хрень какая. Так, бросаем. Поднимаем. И все равно какая-то херня. Я вот тут заметил, какая-то штука лежит. Ага, планшет. Ладно, с планшетом мы сейчас разберемся. Я хотел бы... Вот там, кажется, рыба плавает. Я хотел бы закончить свою мысль. Дело в том, что, насколько я знаю, американские медведи, там, гризли и всякая подобная херота, они, конечно, больше европейских. Но я думаю, особой разницы не будет, если я заберусь на дерево, и огромный 3-метровый косматый пидорас начнет это дерево трясти. Слечу оттуда я со свистом. Просто стряхнет, как каплю с кончика. Так что... Да. Было бы неплохо поймать рыбу, но она у меня почему-то не ловится. Что-то не работает. Что тут у нас с планшетом? Так, удочку бросить нахер. Так, что-то как-то непонятно. Ладно, сообщите о планшете. Окей. Так, имя или должность? Чего, чего? Да не дергай ты его. Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we've said to each other, have been saying. Да, да, вот именно я это и подумал. Это наши переговоры. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Блин, да это получается... А, чё? Да спокойно, не очкуй. Специалиста по грибам. Нет, грибов я не нашел. А вот если меня сейчас найдет медведь, то единственный шанс это вплавь, наверное. Ну, может, потому что у нас был секс по рации? Почти как секс по телефону. Кстати, наверное, здесь где-то тоже должно быть описание того, что мы там говорили. Если это логин наших переговоров. Но что-то я ничего такого не вижу. Очень жаль. И, к сожалению, даже... А, можно оставить себе. Так, оставляем себе. И где-то здесь, наверное, планшет. Нет, планшета нет. Твою же ж мать. А это было бы очень интересно почитать наши логи. Странный шум в стороне ущелья. Наконец-то я могу взять карту. И странный шум у нас. Вот, блин. Ну ладно,
Я, предположим, знаю, где находится ущелье. И, кстати, здесь неподалеку 302-я нычка. Я вот не помню, лутал ли я ее, поэтому надо, пожалуй, ее облутать. Знак тропы. Ну, похоже, что сюда. Так, что-то красненькое. Рация. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shithouse. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. We'll do. Ну, достаточно очевидный вопрос. Не оставлять же ее здесь? Блять! Что за... Твою же ж мать! Надеюсь, это был не медведь. Henry, are you there? Ну, кусочками. Так, Henry? Руки на месте, уже хорошо, дрочить смогу. Так, ну, ноги тоже, хер вроде, тоже никуда не делся. Нормально. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Так, ну хоть удочку оставили. I don't... What the fuck is going on? Блять, я откуда знаю? I don't know. Ну писец, а? Station right before us cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Ну, в Вапити? А, вот он, лук. То самое, что я тогда прочитал, как трясина. Чего-чего, тропа к северу. Ну, похоже, да. Нет, блядь, шел, упал, споткнулся и гипс. Ты, блин. Why would I make this up? It's an insane lie at worst, and a shitty prank at best. And you've been feeling okay? Ну, вообще-то, помимо прочего, это подсудное дело. Кстати, да, там пожар какой-то. I know they were. So, what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Да, то есть целых 3 недели мы разговаривали о всякой странной херне. А, это дружба? Да-да-да. Блин, срань господня. Точно, там же был забор. По-моему, он как раз на этом лугу и был. Блин, вот... Это самое тупое решение, которое только можно было принять. Вот абсолютно. Да, блин, я буду охереть как аккуратен. На самом деле, ну, тупейшее абсолютно решение. Чувак только что получил по башке. Его ограбили. Что он будет делать? Конечно, он пойдет туда, где, возможно, тот, кто ударил его по башке. Видимо, за добавкой. Ладно, что там насчет пожара? Он был где-то здесь? Ага, вот он. Так, какие парни? Что-то я не понял. Что-то я, по-моему, пропустил. Нехай сам догорит. Ну ладно. Так, удочка. Где-то здесь лежала удочка. Брать или оставить? Брать или оставить? Ладно, толку с ней ни хера, оставлю ее здесь. Ну, удочка, это, конечно, хорошо, но я думаю, что тот, кто умудрился подкрасться незаметно и нахлобучить по башке, вполне может тоже по методу медведя засунуть удочку мне в жопу. Так что, пожалуй, я постерегусь. Так, это каньон, члена каньон, и на него, мне кажется, не надо. Мне надо вот сюда. Пушок какой-то непонятный. Ха! То самое место, где чпукались две лесбиянки. Там даже ни хрена нет. Походу, они просто в воде пересидели и... Блять, я, кажется, слышал какой-то стрёмный звук. Не? Ничего? Ладно, в любом случае, я нашел тайничок. Да что ж за ёб твою мать? Такое ощущение, что кто-то где-то лазит по кустам.
Очень неприятное ощущение, могу вам сказать. 1-1-2, 2-1-3, Нафаня, давай спасай меня. Открываем. Да, надо почаще оглядываться, иначе снова можно получить по башке. Старый свитер, какая-то книжка, четвертое имение. Место четвертого имения, старые консервы, также карта, которой у меня, очевидно, пока нету. И какая-то записка. Так, записка. Рон, у меня плохие новости. Возвращаюсь домой. Кстати, чё я парюсь? Мат здесь есть. Трентентын. Бюджет. Так, моя записка. Вапетиши. Что-то про шерифа. Да, походу, мата здесь нет. Так что можно... Amigos in Spanish. Да. Можно прочитать это прямо так. Я думаю, здесь должен быть нормальный перевод. Итак, Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, что они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно, с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Апите. Шериф не очень мной доволен, но не знаю, наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела. Дэйв. Amigos по-испански и Profesionales по-итальянски. Это вообще непонятно, на кой хер здесь это по скриптам, видимо, о чем-то, о чем они уже говорили. Эти два пидораса из Техаса, было это аж в 86-м году. А сейчас какой? Что-то я уже совсем в датах запутался, ну ладно. В общем, какая-то странная херня, но на всякий случай возьмем. Также здесь есть книжка. Опять же, от того же Васи Кальмара. Бла-бла-бла. Четвертое. Поместье, я бы даже сказал. Не имение, а поместье. Взять ее нельзя, поэтому оставим здесь. Да твою же мать, ты можешь нормально это положить? Ну, допустим, так. И старый свитер, который нельзя взять. Университета Западного Колорадо. Ладно. Блин. Снова открываем карту. Ага, вот он, Выпити Стейшн. И мне надо идти... направо. Но налево тоже что-то есть. Хе. Мне там говорили побольше всего исследовать. Я, в общем-то, абсолютно не против. Хотя сейчас меня больше напрягает то, что меня тут, мягко говоря, недолюбливают. Какие-то малолетки, понимаешь, бычат на меня. Кто-то нахлобучивает по башке. Но ничего интересного здесь, увы, нет. Ну и, конечно же, я не могу переступать, блин, через камни. Херня какая. Такое ощущение, что кто-то там утку пялит. Ладно, возвращаемся к нашему текущему маршруту, который идет в сторону той самой сетки, которая оказывается в Эпити Стейшн. Вот уж не знаю, что там такое, но явно что-то нехорошее. Но будет большая проблема, если я без всего... Так, стоп. И куда я вылез? А, не, ничего. По-моему, вылез туда, куда надо. Пускаемся и далее по тексту. Окей. Вообще, конечно, херово без оружия. Вот было бы оружие, было бы намного меньше проблем. Но, с другой стороны, вот кто-то по башке настучал. А если было бы оружие, был бы у меня с собой ствол. Зачем меня стукнули по башке? Могли бы и пристрелить. Ну или хотя бы вооружиться. Отобрать оружие и потом... Пальчики мои есть на оружие, все, подставить как 2 байта переслать. Ну, ладно, будем держаться таких вот глухих реалий и пусть подставить как 2 пальца обмочить. 5 развилка и опять что-то. Ага, вот оно, вот он забор. Так, я здесь. Хм. Но если здесь пришельцы, это, конечно... Блять, откуда все эти звуки? Это, конечно, было бы забавно, но не так смешно. Ну, метра 2.
Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. Ну да, не похоже на 2 квадратных метра, поэтому... Ха. Блин, что-то меня уже начинает сильно напрягать эта ситуация. 18, Соединенные Штаты, код 1863. О! Вапите! Ну, по крайней мере, я пришел на место. Так, калитка. Не пересекать. Ну да, я перевел все правильно. Окей. Отколотый камень. Отколотый камень. Ладно. Может быть, только может быть, это как раз оставили для лопушков типа меня. Из серии «О, кто-то придет, скажет, отколотый камень», поднимет его и снова бросит. А мы, глядя на это... Длинная палка. Да, а мы, глядя на это, поймем, что здесь кто-то был. Ладно, калитка. С замком. По-моему, нулевые. Ну да. Блин. Как это громко. А, ну... Эй! Есть здесь кто? Конечно, да, дерьмо. Я согласен. Полное дерьмо. А если Суперменом просто перелетел бы? Или перепрыгнул? А, чё? Так, и вот какой-то реки. Ну, блин, я бы на месте, конечно, каких-то левых ребят, которые там за пожаром следят, сказал бы, мужик, ты вообще кто? Куда пройти? Замок сломать? Да ты долбанулся. Но вариантов особо у меня нет. Ладно, здесь есть длинная палка. Ага. И отколотый камень. Но, к сожалению, из них ничего путного сделать нельзя. Ладно, я все равно здесь уже все сломал. Если кто-то это специально раскидал... Да, если кто-то это специально раскидал, он уже поймет, что здесь кто-то был. Ну, на самом деле, самый простой вариант — это прикинуться валенком. Открывайте! Эй! Есть здесь кто-нибудь? Так, стоп. Код 1863. Люди очень часто любят использовать всякие тупые варианты. День рождения или что-то, что хорошо написано. Только вот кажется, да. К сожалению, замок, по-моему, даже не кодовый. Жалко. Был бы кодовый замок, можно было бы попробовать код. Это, ну, хорошая догадка, на мой взгляд. У меня такое жесткое ощущение, что кто-то вот по кустам за мной идет. Блин, я ведь не такой толстый. Мог бы и перелезть. По крайней мере, с таким забором справился бы даже ребенок. Ну что так, вдоль столба раз и туда. Ладно, ну его нахер. Ну его нахер. Пошел я за подмогой. Раз уж начальница говорит, что там подмога. Ну либо вот здесь еще посмотреть. Нет, без шансов. Так, а куда мне идти за подмогой? Надо найти место поспокойнее, скажем, пристроить жопу к камню, чтобы никто больше сзади не подошел. Найти место контролируемого. Во! Ну нихера ж себе, оказывается, сетка вот там. А я зашел с другой стороны, здесь тоже сетка. Ладно, допустим. Река, река, река. Ага, вот она, рубиновая река. И, видимо, вот эта вот отметка – лагерь скаутов. Конечно, речь идет, видимо, не о скаутах, а о разведчиках. Хотя... Блин, туда до хера идти-то. И идти, наверное, проще через члена каньон, через пещеру и через мою вышку. Заодно загляну в вышку, может, там опять кто-то был. Ну, а потом пройти вот здесь. А, собственно, других вариантов-то у меня и нету. Да, надо через члена каньон, здесь я не пройду.
либо опять через ущелье Калек. Хм. Да, через каньон будет быстрее. Так, надо быстрее добраться до своей вышки, заглянуть в нее и, наверное, да, хорошенько подумать, прежде чем куда-то еще тащиться. Так. Блин, где-то я это уже видел. Ага. Вот оно. Ну. Карабкаться. Вообще, эти стоящие камни, честно говоря, что ты так кряхтишь-то? Личинку давишь, что ли? Эти стоящие камни мне напоминают какие-то отметки. Вопрос только зачем? И нахера они здесь стоят? Члена каньон. Да, это оно. Надо быть предельно осторожным и внимательным. Иначе снова кто-то может оприходовать нас сзади. Вообще, ну ладно, я согласен. На природе можно замечтаться, задуматься и банально не услышать, что кто-то подходит к тебе сзади. Особенно если учесть, что там рядом были камни, какие-то кусты, ну я допускаю. Но вообще у меня, конечно, складывается такое жесткое впечатление. А, вот. Блин. Как-то мне тревожненько. У меня складывается такое жесткое впечатление, что наш главный персонаж, дай бог памяти, а вот и каменный член. Нет, это не имя нашего персонажа. В общем, зовут его... Хэнк, Фрэнк, блин. Короче, неважно, как его зовут, но он полный валенок. Просто собрать всю неведомую херню, которую только... А, да, чё? Чё я такой, один счастливчик? Блин, ну вряд ли я, конечно, врут. Полицию? Или типа того? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any... Ну, я могу шишку, наверное, на башке показать. Henry, I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna... А, ну понятно. Do you understand that? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Нет, бля, сейчас возьму и выкину. Кстати, о рации, да. Said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Mm-hmm. Like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry... It's just a thought. Ну, довольно логично, на самом деле. Что значит как? Настроиться на ту же самую частоту и все. Профит. Слушай на здоровье. Рация-то по виду китайское говно. Чего там перехватывать-то? Блин. Вообще, конечно, начальница мутная. Она, походу, здесь... Что-то мне... Блин, опять неспокойно. Начальница, походу, мутная, она здесь квасит, занимается херней, следит за другими дозорными, и, блин, ну я понимаю, что да, если руководство об этом узнает, ее, скорее всего, по голове не погладят, но, блин, почему при этом должен страдать я? Вот на секундочку, я-то здесь при чем? Хрень какая. Блин, мне уже даже и в пещеру как-то сыкотно идти. Хорошо хоть фонарик с собой. Вот на это хватило мозгов, да, днем пойти куда-то и взять с собой фонарик. Блять. Но персонаж, конечно, нещадно туп. Абсолютно. Слава богу, никого. Вот меня тоже всегда поражает, вот насколько вот это вот... Пиндосы любят вот такую фигню. Самый тупой вариант. Где-то что-то случилось, надо пойти посмотреть. Вот просто горит. А чё?
А уж у меня-то какое плохое предчувствие. Ну, не знаю, там спецназ, национальная гвардия. А Гудвин это вообще кто? Это, кажется, тот самый 13-летний мальчик, с которым у нее был замут. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Блин. Ну ладно, из пещеры никто не должен так быстро выскочить, поэтому прибавим к ходу. И, пожалуй, я на этот раз пойду направо, в обход, потому что забираться наверх – это довольно стрёмное занятие. Самый, конечно, удобный вариант – с кем-то покончить, это дождаться, пока человек куда-то полезет, и, скажем, сверху, с ноги в табло весьма себе надежно. Скачок. Сделал наш качок. Блин, а? Нет, вот, ну почему постоянно такое происходит? Только человек начинает искать какого-то спокойствия, уединения, чего-то подобного, с ним начинает твориться всякая непотребная херня. Ага, кажется, здесь. Это, наверное, закон всемирной подлости, закон всемирного свинства. Особенно вот с такими лохами, как вот этот Генри. Да, кажется, его зовут Генри, я вспомнил. Не Хэнк, а Генри. Ну ладно. Так, это еще не все. А нет. Все, похоже, табличку тоже кто-то уже умудрился спиздить. Хм. Ну ничего, нельзя оставить в покое даже на 5 минут. Сразу начинает твориться какая-то странная херня. Странный сортир. Так. Ха, никого. И даже мячик на месте. Видимо, не один я побрезгал мячиком, кто-то тоже не захотел его брать. Ну, хоть не ночью. Ладно, пожалуй, я буду осторожен. Машинки нет. В округе никого не видать. Такая-то что за херня вообще? Ну-ка. О! Кран повернуть. Рукомойник, что ли? Ну, предположим, впервые за 2 месяца я понял, что могу повернуть кран. Все еще проще. Это вода. Непонятно, откуда она идет, но это вода. Ладно. Ладно, наверх. Блин. Самое херовое. Я, пожалуй, согласен с теми людьми, которые считают, что самое херовое – это неизвестность. Да, вот знать бы прикуп. Оп, жил бы в Сочи. С одной стороны, конечно, никого сейчас не видать. Но с другой стороны, я прекрасно представляю, что спрятаться довольно просто, даже на такой открытой местности. Ну, я, по крайней мере, спрятался бы. Ладно. Эть? Нет, никого. Никого, окно открыто, досками тут все забито. И похоже, что да, что здесь тоже никого. 89-й год. Вот, надо постараться запомнить, сейчас идет 89-й год, и даже термос оставлен там, где я его оставил. И даже старым шотландским мылом никто не пользовался. Ха, те самые бобы. Ладно, что тут скажешь? Какая-то новая записка, но ее я, пожалуй, прочитаю в следующий раз. Пожар все еще горит, спешить не особо некуда, по башке я уже получил, поэтому на сегодня я, пожалуй, закругляюсь. Большое спасибо за внимание. Пока!